Здравствуйте, это программа «Своими глазами». Дайджест хорошего настроения, справочник по развлечениям и полезным приобретениям. Его составляем для вас мы. Я Юлия Романова, а также вся наша съемочная группа. Нашу программу представляет новый фирменный салон матрасов и кроватей «Арматек» на Первомайском 9. Теперь ваш сон станет намного слаще, а день продуктивнее. Итак, начнем, пожалуй. Устраивайтесь поудобнее и смотрите сами, своими глазами. Как настроить себя на перемены и перестроить на новый лад? В здоровом теле здоровый дух. Фитнес-империя как стимул к новой жизни. Новый фирменный салон фабрики дверей «Фрамир» на Карла Маркса 20. Двери вашей мечты. Двери с фабричной гарантией и по заводской стоимости. Закажите, получите и счастливо живите. Новая строчка вашего творчества. Швейная машинка как шанс весеннего обновления. Новый фирменный салон матрасов и кровати на Первомайском 9. Чудо производства, гарантия здорового и полноценного сна. С экранов телевизоров мы взахлёб рассказываем вам о пользе спорта в нашей жизни, о пользе фитнеса и строения своего тела. А сегодня мы решили не быть голословными и доказать все эти прописные истины на примере известного в нашем городе клуба «Фитнес-империя», а также на личном примере нашей с вами землячки. Знакомьтесь, Анна Сеничева. Вот так вот взяла и решила, я стану другой. И стала. Однажды я, будучи довольна собой и наевшись пряников очередной раз, встала к зеркалу, и я поняла, что я себе настолько не нравлюсь, что просто катастрофа какая-то, надо что-то делать. Тем более на тот момент у меня уже дочка была большая, уже, в общем-то, довольно самостоятельный ребенок. Делать было нечего, я приходила с работы домой, по дороге покупала вкусняшек, садилась перед телевизором и их трескала. В общем-то, так проходили все мои вечера. Я поняла, что надо что-то менять в жизни, слишком скучно. И постепенно выбрала именно зал. Вот, не что иное, не вязание, не что-то еще, а именно зал, потому что я хочу быть красивой, стройной, сексуальной, несмотря на года, так скажем. Возраст мой 41 год мне. Вес на данный момент вес 64 килограмма. Пришла я заниматься, у меня было 75 килограмм, но там было 75 килограмм, в общем-то, сала. Сейчас 64, как вы заметили, наверное, уже одно мясцо. Основные результаты, самые основные результаты – это за последний год. То есть, если посмотреть фотографию там, прошлого года, наверное, мая месяца, это будет совершенно другой человек, совершенно другая Аня, ее, в общем-то, не узнать. То, что сейчас – это другая женщина стоит перед вами. Вот такая осталась. Но основным толчком все-таки для Анны послужил соревновательный момент, предложенный клубами «Фитнес-империя». В прошлом году проводились соревнования среди клубов «Фитнес-империи» на результат. То есть нужно было мало того, что... То есть почему и называли соревнования на результат. То есть нужно было не просто похудеть. То есть похудеть-то как бы просто, да, на самом деле. Просто не ешь и все, пей воду там, да. Вот. Нужно было не похудеть, нужно было именно достигнуть результата именно физической хорошей формы. Вот. И я поставила перед собой цель, я хочу этот абонемент на полгода, я хочу его. Вот и по итогу я получила абонемент на полгода, я победила, я заняла первое место, и я поняла, почему бы не двинуться дальше. А дальше? Дальше у Анны, возможно, будут соревнования в Питере, но это уже совсем другая история. А ваша история может начаться уже сегодня в клубе «Фитнес-империя». Приходите и выбирайте зал, снаряд, тренера. Отдыхайте, трудитесь и стремитесь. Теперь вы сами видите, что есть к чему. И напоследок коварный вопрос. А не вернется ли Анна к плюшкам? О чем вы говорите? О чем вы видите эту красоту? Какие плюшки? Посмотрите, какой зал. Вот они, блины. Они ждут. Открытие нового фирменного салона фабрики дверей «Фрамир» в нашем городе состоялось. Добро пожаловать на Карла Маркса 20 в новое царство красоты, качества и комфорта. Двери фабрики «Фрамир» уже давно зарекомендовали себя даже у самых требовательных покупателей отменным качеством при очень доступной, ненакрученной стоимости. За все время работы специалистами фабрики накоплен бесценный опыт в деле изготовления и производства деревянных межкомнатных дверей –
который позволяет отвечать различным потребностям клиентов. Двери изготавливаются по заказу, учитывая выбранную комбинацию материала, покрытия, стекла, размеров и фурнитуры. Доставка осуществляется прямо с фабрики Петербурга, минуя склады Петрозаводска с фабричной гарантией и по заводской стоимости. Кстати, о стоимости. Первым 50 покупателям нового салона «Фрамир» гарантирована 20% скидка на заводскую цену. Итак, что же нас ждет в новом салоне от фабрики дверей «Фрамир»? Двери эконом-класса в ламинате. В эко-шпоне класса «Престиж». В шпоне ценных пород дерева класса «Люкс». Двери для ванных комнат и любых внутренних помещений. Цельностеклянные, маятниковые, арочные, двустворчатые и нестандартных размеров. Фабричная врезка фурнитуры облегчит монтаж дверей. Каленое стекло обеспечит безопасную эксплуатацию. А 7000 комбинаций моделей стекла, отделочного покрытия не оставит равнодушным даже искушенного покупателя. В салоне представлены также и двери, которые в нашем городе заказать можно пока только здесь. Например, вот такие, арочные. Есть здесь также и такие редкие, но уже приобретающие популярность двери с капителями. Новый фирменный салон фабрики дверей «Фрамир» открыл свои двери для вас на Карла Маркса 20, чтобы и вы смогли для себя открыть свою дверь в мечту и красоту. В современном мире разнообразия и экстравагантности все-таки хочется оставить для себя хоть капельку эксклюзива. Заполучить его проще простого своими руками, и верным помощником при этом может стать швейная машинка. Именно за ней мы и пришли в гипермаркет «Шанс» на Варкуса. Конечно, особенно весной, в солнечные дни нам хочется обновлений и ярких красок. Поэтому будем определяться. Для начала давайте определимся со стоимостью. Качественная швейная машинка, которая долго вам будет служить верой и правдой, будет стоить от 4000 рублей. Далее стоимость варьируется от функционала. Ну а с выбором вам помогут определиться продавцы-консультанты гипермаркета «Шанс». Цвет, форма, размер. Что является основным критерием? Как выбрать и не прогадать? При выборе швейной машинки покупателя прежде всего интересует ее функциональность и надежность. У нас представлен широкий ассортимент известного японского бренда компании Brother. Они специализируются не только на выпуске швейных машин, но и другой оргтехники. В нашем гипермаркете вы можете подобрать для себя модельку от наиболее простого варианта для домашнего применения, так и более сложно функциональное устройство для тех, кто уже полупрофессионально занимается вышивкой, шитьем. В общем, покупка швейной машинки, понятно, дело серьезное, так как покупается надолго. Поэтому за покупкой такой идти нужно осознанно. Определитесь, какие цели вы преследуете. Просто для себя хотите шить или собираетесь выйти на профессиональный уровень мастерства и повышение своих доходов? Какими средствами располагаете? Сразу будете расплачиваться или оформите кредит? И добро пожаловать в гипермаркет «Шанс» на Варкуса. Именно отсюда может начаться новая строчка вашего творческого самовыражения. Нашу программу мы проводим своеобразную школу матрасов и кроватей. Ведь не секрет, что от здорового комфортного сна зависит успех всего нашего следующего дня. Поэтому внимайте, запоминайте и действуйте. Компания «Армотек» производит не просто матрасы, а матрасы для здорового сна с ортопедическим и анатомическим эффектом. Матрасы с ортопедическим эффектом обеспечивают правильное положение тела человека во время сна и отдыха. Матрасы с анатомическим эффектом принимают форму тела человека и обеспечивают мышечное расслабление. Традиционно матрасы делятся на пружинные и беспружинные. Пружинные бывают с зависимыми и независимыми пружинными блоками.
а без пружины различаются по наполнителям. Именно пружинные матрасы с независимыми пружинными блоками считаются ортопедическими. Подбирать их нужно, учитывая индивидуальные весовые и возрастные особенности. Пружинные блоки различаются по диаметру, высоте и жесткости пружины. Каждая пружина находится в отдельном тканевом чехле. Для достижения максимального эффекта и комфорта пружинные блоки в матрасе сочетаются с разнообразными наполнителями. Если все-таки вы остаетесь приверженцем старых добрых традиций советских матрасов, для вас здесь найдется и такой вариант. Но все-таки не отказывайте себе в удовольствии. Прийти сюда, поэкспериментировать и собственным телом насладиться всеми прелестями здорового и комфортного сна. Новый фирменный салон матрасов и кроватей «Арматек» ждет вас на Первомайском, 9. Здоровый сладкий сон? Теперь это реально. Ну что же, мы перелистнули еще пару-тройку страниц нашего краткого справочника по жизни. Дышите глубже, смотрите шире, верьте в хорошее и не упускайте возможности раскрасить свою жизнь яркими красками. Это была программа «Своими глазами», я Юлия Романова. Смотрите нас в интернете, на нашем сайте. Выше нос и до встречи через неделю.